Это грач с белыми пятнами. Это черная ворона, крылья, хвост светло-бежевого цвета, скажем так, кофе с молоком. Такая ворона не очень сильно отличается в глазах своих родственников и может найти пару. Это абсолютно нормальное явление. Бывают птицы с белыми перьями на хвосте, крыльях, голове, а также бывает с белыми пятнами. Это просто разные мутации. Приятного просмотра, друзья!